Здравствуйте. Рассмотрим электрический духовой шкаф завода Ката, модель ME605TCP. Данная модель выполнена очень интересно в черном стекле с нержавеющей сталью. Можно обратить внимание на круглую ручку. Она выполнена интересно, приятно и необычно. Также данный духовой шкаф имеет управление ручки Push-Pull, утапливаемое. Рисунки, изображения режимов и температур нанесены под стеклом. Это удобно при мойке. Также данная модель имеет сенсорный программатор, что облегчает ваше время готовки. Самое главное, что глубина данного духового шкафа всего лишь 485 мм. Это позволяет установить данный шкаф в ящике минимум до 50 сантиметров. Для чего это надо? Когда у вас сзади проходит газовая труба, либо газовая магистраль, она мешает вам поставить полноценный шкаф. Данный шкаф очень прекрасно подойдет для этих целей, для установки в неглубокие ящики, и избавит вас от проблем с переносом газовой магистрали. А это экономит ваши деньги и средства. Также данный шкафчик внутри оснащен хорошей эмалью Easy Clean, которая легко моется и чистится. Имеет 4 уровня установки противней. Из аксессуаров решетка, противень, дверца имеет двойное остекление с тангенциальным охлаждением. Дверь очень легко снять. Дверь снимается отщелкиванием замков с одной и с другой стороны. Очень легко извлекается из посадочного места. Также на двери можно очень легко снять стекло для мойки. Достаточно открутить с двух сторон по винтику, снять нержавеющую планку и все, можно мыть стекла. Также внизу присутствует планка для сбора конденсата, если таковой будет иметься. Шкаф очень быстро греется. Это я вам скажу из своего личного опыта. Готовить в нем очень приятно. Пользуйтесь на здоровье, готовьте вкусно вместе с Ката.